Друзі, моє вітання. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі в нас 19 травня, п'ятниця, і це традиційне зведення з Романом Світаном. Роман Світан, льотчик-інструктор, військовий експерт і полковник запасу Збройних сил України. Вітаю. Привітаю. Ну от вже сьогодні 19 травня і 10-та ракетна атака в цьому місяці від Російської Федерації, від країни-агресорки. Пане Роман, летіло у Львів, місцева ОВА передає, що шахедами вночі атакували. Над Києвом також шахедна атака була. Ну і в Кривий Ріг є прильоти. У нас є фотографії. В Кривий Ріг так добре влучили в житловий будинок, влучили, власне, і в якусь промислову зону. Ну, але, як бачимо, там працюють пожежники безпосередньо поруч. Очевидно, що навряд чи це були їх склади боєприпасів чи ще чогось. І, власне, якщо ми виставляємо фотографії, навряд чи це режимний об'єкт. Загалом, 10-та атака, пане Роман, в чому суть оце от через день запускати шахеди і аж до Львова? Чи могли до Львова долетіти шахеди? 22 шахеда вийшло, 16 ми збили, 6 пройшло. До Львова, звісно, можуть долетіти, у них радіус за 1000 кілометрів, вони можуть проходити, тому і до Львова в тому числі, скоріше всього, опять Сещі. Це в Брянській області аеродром Сеща. Оттуда в основном идут пуски с шахеда. Вот 22, 16 сбили, 6 все-таки прошло. Задача шахедов, по крайней мере тех, которые идут в сторону Киева, это засушить нашу систему ПВО, вытащить ракеты, и чем больше, тем лучше. Шахед дешевая вещь, ракета дорогая, тем более их не так много, как хотелось бы. Потому россияне в этом смысле выполняют эту задачу. Да, и вот шахеды до Львова доходят, они по боевому радиусу, идут где-то часов 7, но тем не менее доходят. То есть уже и Львова не пытаются достать шахедами, понимая, что до Львова сложновато, по крайней мере, ракетами. Было выпущено 6 калибров. 6 калибров, примерно как и вчера, но, скорее всего, пуск все-таки был опять 8, потому что вчера 6 калибров мы определили, но один калибр упал в Крыму, а, скорее всего, пуск 8 калибров вообще-то на любом корабле. А значит, один, скорее всего, калибр упал вчера в море. Сегодня может быть такая же ситуация. Пуск был 8 калибров, 6 калибров мы видели, 3 сбили, но 3 прошло на Кривой Рог. Вот попали в объекты инфраструктуры, попали в объекты городские. То есть пытаются пробить нашу систему ПВО. Задача, еще раз повторюсь, основная задача – это кошмарить население и засушить нашу систему. Опасность есть вот в чем. Исходя из алгоритмов работы россиян, сегодня была шахедная мощная атака, значит, завтра, ну, в смысле, в ночь, может быть ракетная, следующая ракетная атака. Причем, исходя из того, что очень давно не было Х-22, россияне могут сейчас использовать именно Х-22 вот в этой уже атаке. Кинжалы мы сбиваем, подтвердили, еще раз подтвердили о том, что Патриот в рабочем состоянии, потому без проблем. Кинжалы сбиваем, вряд ли они будут кинжалы использовать по Киеву, еще раз проверять их бестолковую сборку. А вот Х-22 могут, еще раз повторюсь, из всех алгоритмов следует, что ближайшая атака может быть Х-22. Это самолет Ту-22М3. Взлетают они с аэродрома Шайковка. И вот если будет информация противовоздушной обороны, что взлетели Ту-22М3, значит, каждый самолет может нести две ракеты Х-22. Надо быть предельно осторожным. Ракета очень мощная, скоростная. Сбивать мы ее не можем, кроме как Патриотами и СМТ. А они не везде стоят, потому дальность около 300 километров, потому где-то с дальности 250-300 километров до этой дальности нужно быть очень осторожным людям, которые
живут в этом районе, 250-300 километров от границы и от линии фронта, а Киев попадает. Потому, еще раз повторюсь, не пренебрегайте этими, этой тревогой, если она будет, обязательно уйдите, не хватит двух стен. То есть это вот ракета та, которая в Кременчуге попала в Амстор, очень много людей убила, и это та же ракета, которая попала в дом в Днепре. Два подъезда были уничтожены, очень много людей погибло. Пане Романе, якщо говорити про те, що ракету Х-22 ми можемо збивати лише СМТ або Петріот, з'явилася інформація від CNN з власних джерел, що Петріот збили винищувач, бомбардувальщик, бомбардувальник невідомо російський, але ми можемо провести паралелі, напевно, вже тиждень, як Міноборони Росії мовчить, а що трапилося в Брянській області з двома гелікоптерами Ми-8 і Су-34, і Су-35. Чи ми можемо вважати, що це робота цих Петріот? Так, скоріше всього, раз CNN підтвердила уничтоження Су-34 бомбардувальника, в принципі, вони можуть так підсвітити одну точку, а так як останнє час Су-34 не підходять на радіус нашого пораження, то, скоріше всього, ці 5 бортов, не 4, все-таки было 2 Ми-8 постановщики помех РЭП, один поисково-спасательный вертолет ПСС, это 3 Ми-8, Су-35 истребитель и Су-34 бомбардировщик, потому скорее всего можно говорить о том, что тогда отработала система Патриот, которая наши зенитчики подтянули, ну, где-то километров 30-50 от линии госграницы для того, чтобы не попасть под удар уже российских средств поражения. И с дальности в 150 километров они могут работать до этой дальности, от 100 до 150 километров. Уничтожили эти 5 бортов, эту этажерку. То есть, скорее всего, это была именно Патриот. Пане Романе, по Бахмуту свіжа інформація. Пригожин, керівник ОПГ «Вагнер», дуже переймається і фактично визнає провал в самому місті. Тому що, можливо, вони і західну частину околиць міста візьмуть, але по флангах в них величезні проблеми. Вже не раз Пригожин кричав, що регулярні війська Росії ось, власне, навколо Бахмуту провалюють завдання, тікають, біля Кліщівки відходять, стратегічні позиції полишають. Як ви вважаєте, от якщо навіть вагнерівцям хватить сили зайти повністю оцей от пару відсотків Бахмуту, що їм далі робити? Їм, очевидно, доведеться відступати, тому що ресурсів, сил в них немає. Куди вони будуть відступати? Бо з такою силою, як вони є, рухатись далі, як ви кажете, можливо, на часі ВЯР, мені здається, абсолютно нелогічно і фізично неможливо. Діло в тому, що це все-таки локальні бої, тактичні операції проводяться. От то, що ми виконали, віджали росіян з цієї клішні, яка з юга пыталась обойти Бахмут, це ми виконали задачу, от тут дуже добре видно, ми їх відгнали. Мы их отогнали от трассы Константиновка-Бахмут. Вот эта трасса, я очень часто, ну, сам Донецкий, часто там двигался. Вот трасса входит в Бахмут, и там встречал раньше всех проезжающих Бахмут самолетом МиГ-17. Да, вот тот. Самолет, который поставили так точно в свое время в память о героях авиаторах Бахмутского авиаклуба в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Вот МиГ-17 они подорвали, но сама трасса, и вот мы отогнали от этой трассы, это можно сказать, что сейчас у нас появилась очень мощная трасса, по которой можно перебрасывать силы, средства в Бахмут и удерживать вот район самолета, он так и называется, самолет. Район самолета – это юго-западная часть Бахмута, причем там много высоток, то есть они сейчас до них добираются, пытаются, да, чуть-чуть дальше. Вот эту часть мы можем удерживать, так как линия снабжения
сейчас появилась дорога жизни, можно как угодно это говорить, появилась довольно-таки успешная и мощная. Это, в принципе, была, скорее всего, задача оперативного командования, которое занимается Бахмутом, разблокировать эту трассу, отогнать россиян до Клещеевки, до в направлении Курдюмовки. Вот вчера мы в сторону Курдюмовки вдоль водовода, ребята молодцы, отжали часть еще территории где-то километра два квадратных. То есть движемся вдоль самого водовода. Это очень хороший рубеж обороны. А вот то, что будут делать россияне в районе Бахмута, да, действительно, вряд ли они сейчас уже начнут двигаться в район Часовьяра. Нет смысла. Скорее всего, они будут базироваться и удерживать режим обороны в районе Бахмута, никуда не сдвигаясь. Это в стратегическом отношении российские войска могут принять решение отойти до Попасной, отойти оттуда, откуда начали. Это в стратегии. Это когда у нас начнутся прорывы, несколько прорывов, 1-2, и россияне будут выравнивать, пытаться выравнивать фронты по лучшим линиям обороны. А пока на данный момент они будут пытаться удержать Бахмут, выдавить наши войска из Бахмута, но мы будем, скорее всего, срезать вот эту южную клешню и двигаться и по северу. Вряд ли мы будем окружать Бахмут. Дело в том, что можно окружить, да, вопросов нет. Вопрос зачем? Пока нужны силы и средства для выполнения прорывов. Оптимальный вариант вот уже нам, с нашей точки зрения, здесь выровнять фронт по высотам и с высот обстреливать россиян, которые забазировались в Бахмуте, уничтожать их и не выполнять каких-то других действий. Ну, и оперативному командованию, исходя из сил средств, которые им приданы, будет виднее, как правильно это делать. И может ситуация так накалиться, что наши тактические успехи в районе Бахмута приведут к тому, что россияне примут решение отходить на Попасную, так как нет смысла их держать. Ну и работаем мы ж не только в районе Бахмута, чуть севернее, вот уже видно такие голубенькие. Мы их начинаем теснить из со Славянского направления вдоль дороги с Дебальцево на Славянск. То есть уже в обратную сторону, со Славянска на Дебальцево начинаем, да, вот с этой точки начинаем теснить. И вот видно положительные моменты, связанные с тактическими успехами наших частей и в этом районе в том числе. Потому, скорее всего, как двигался фронт последние полгода в сторону Славянска, он также будет, может быть, даже с такой же скоростью, начнет уже сворачиваться и двигаться в обратную сторону в район Попасной. Но это дело нескольких недель, может быть, месяцев. Пане Романе, ще по Бахмуту, що каже Інститут вивчення війни, що на що розраховував Пригожин? Він на початку березня начебто думав, що він кине усі сили на Бахмут своїх вагнерівців і таким чином змусить відійти Збройні сили України з цього міста. І на що він нарікає? Що він навіть, оце от була інформація, начебто джерела з західні, що він навіть пропонував відійти з Бахмуту, а він здасть точки розташування російської армії по флангах або на інших точках фронту. Власне, він розраховував, що ми вийдемо з Бахмуту, він візьме Бахмут, розкаже, що взяв Бахмут, але не вийшло. Тобто так виходить, що те, що ми залишились утримувати навіть пару відсотків Бахмута, дуже сильно вдарило по намірах окупанта. Ну, однозначно, так как мы удержали Бахмут, им не получилось двигаться дальше в сторону Славянска. То есть мы оперативное движение, а у них это было стратегическим, они там планы наполеоновские ставили дойти через Славянск до границ Донецкой области. То есть общее движение, и мы его остановили, общее движение было понятно, мы его остановили, как раз удерживая Бахмут. Пригожин здесь больше выполнял роль такого громкоговорителя, осветителя некоторых вопросов, не более того. Сам по себе Бахмут, он по площади намного меньше всего всей остальной линии фронта и всего остального участка фронта, если считать от Бахмута до
Солидара и дальше движение в сторону Славянска. То есть нет, не такая большая для, и для россиян площадь, которую можно было бы удерживать. То есть мы их остановили, как раз оставаясь практически в тылу у этой группировки. Они не смогли дальше двигаться по всем законам войны, оставлять в тылу такой укрепрайон, какой был у нас, и мы их удержали. Нельзя просто, понимая, что мы могли хлопнуть с флангов со стороны Бахмута и со стороны Белогорода и отрезать эту часть войск, которая двигалась на Бахмут. Россияне не побоялись развивать направление. Потому можно сказать, что гарнизон Бахмута, украинский гарнизон, остановил полностью движение фронта в сторону Славянска. Спас четыре города. Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку от разрушений, таких, как принял на себя Бахмут. А там сотни тысяч человек живут. Так, ми говорили з вами про Цупідкову, що, власне, якщо, не дай Боже, вони вирівнюють у фронт по Бахмуту, то тоді відкривається для них плацдарм обстрілу цих міст. Відповідно, це вже гуманітарна криза, бо сотні тисяч людей треба вивозити. І, відповідно, і знову міста прифронтові, які би нищились російською армією. Пане Романе, якщо говорити по півдню, головне управління розвідки повідомляє, що хочеш, не хочеш, а в Російської Федерації, агресорки, є план втечі з Криму, ну або лінії бойового зіткнення, яка може проходити через півострів. Наскільки це реально, що по Криму може проходити якийсь фронт? Ну, з моєї точки зрения, нереально. Діло в тому, що Северний Крим – це продовження тих же Приазовських степів, він ровний. И там одна проблема только зайти в Крым, а после того, как заходим в Крым, там уже практически нет рубежей обороны как таковых. Они, как только мы будем подходить к Крыму и начнем заходить, россияне тут же начнут эвакуацию из Крыма. Ни одна армия в Крыму за все тысячи лет цивилизации человеческой не удерживалась и не удерживала ту армию, которая заходила со стороны материка. Невозможно просто удержать. Крымский мост – это все-таки тонкая артерия, по которой полностью питать фронт, который зайдет в Крым, будет невозможно. Но мы однозначно его уничтожим. Потому у россиян, скорее всего, есть, а видно, исходя из их оборонительных рубежей, которые они пытаются отстроить. Есть план полного ухода из Крыма. Пока видно, что они планируют уходить через Крымский мост. Ну, то есть думают, что они его удержат. Вряд ли это будет, но эти планы есть. Удерживать они линию обороны в Крыму они удерживать не будут. Как только мы проходим через перешейки, через Севаш, форсируем Севаш, они тут же будут уходить из Крыма. Иначе попадут под полный разгром и уничтожение. Пане Роман, також Ташаєв, постійна представниця президента України в Криму, каже наступне, що коли ми зайдемо в тимчасово окупований Крим, нам доведеться попрацювати добре над колаборантами. Називають цифру в 200 тисяч осіб, які співпрацювали з російською владою. Як ви вважаєте, ця цифра не заменшена? Нет, дело в том, что именно в оккупационных администрациях примерно работает может до 10% населения. Там около 2 миллионов человек, где-то 200 тысяч, это такая рабочая цифра. Они не останутся. Россияне, уже видно алгоритм действия россиян. Россияне заходят на какую-то территорию, высасывают оттуда пророссийско настроенное население, выплевывают его через эту кишку переброски где-то за Урал, и они там все теряются. Это было в Изюме, с Изюмского котла, с части Харьковской области. Они высосали практически всех пророссийских граждан, и они туда ушли за Урал. Это было на правом берегу Херсонской области. После того, как россияне зашли на правый берег, они тот же так же, как пылесос, отсосали это все коллаборантское и пророссийско настроенное население, рассовали им российские паспорта,
и через кишку выплюнули за Урал, а там 5000 километров потерялись эти все ждуны, так называемые. Будет то же самое и в Крыму. Россияне 10 лет назад зашли в Крым, рассовали свои российские паспорта. Там люди определились, как, кстати, на Донбассе и в Луганске. Люди конкретно определились за 10 лет. Они украинцы и ждут украинские войска и Украину, или они россияне и уже собирают чемоданы для того, чтобы уезжать за Урал. То есть по этой же самой кишке, которая их отсосет из Крыма и из Донбасса и выплюнет за Урал кормить российских комарей в тайге. То есть механизм, он уже есть, он уже понятен. А дальше заход на территорию уже после деоккупации, освобожденную территорию наших средств, нашей системы правоохранительных органов, а там также алгоритм отработан работы с населением, которое было под оккупацией, выявит скрытых коллаборантов, будет принято по ним решение, ну, скорее всего, они будут осуждены. Ну, а механизм очень простой, он в мире также отработан. Агрессор с оружием уничтожается, то есть россияне, у которых на руках останется оружие, они будут уничтожены, а россияне, а это люди с паспортами России, будут депортированы согласно всех международных норм. Не массовая, а конкретная депортация каждого человека. Каждый человек будет пропущен через определенную систему фильтрации, пройдет допросы в наших органах. После этого, если будет доказана его невиновность в каких-то действиях на территории, оккупированной территории, его депортируют. А если будет какой-то посыл хотя бы малейший о том, что этот россиянин, неважно, какие у него там корни, но с российским паспортом, был причастен к каким-то преступлениям, он будет осужден и отсидит положенный срок в украинской тюрьме. То есть здесь все просто в этом смысле. Алгоритм уже есть. Этот алгоритм был запущен в Изюмской операции, в Херсонской операции. Этот же алгоритм отработает и по Донбассу, и по Крыму. После нахождения россиян в Украине, после их работы с местным населением, все контрастировалось. Там уже черное и белое. Потому все черное они заберут с собой. Пане Романе, і важлива інформація від наших основних партнерів, союзників – це Сполучені Штати Америки. Те ж саме видання телеканалу CNN повідомляє наступне, що Білий Дім буде зовсім не проти, якщо наші інші союзники вирішать передати нам авіацію F-16. І мається на увазі, в першу чергу ж, Нідерланди, які останніми заявили про готовність надати нам цей вид озброєння в повітрі. І також повідомляють, що Пентагон здивований, реально здивований, як наші пілоти швидко навчаються і кажуть, що готові скоротити терміни навчання наших асів з 18 до 4 місяців. Якщо правильно, ну, от якраз інформаційні средства подають немножко неправильно саму по собі інформацію, путаясь в термінах. Они подают как обучение за 4 месяца. Это не обучение, это переучивание. Это две разные разницы. Uh-huh. Обучить летчика нужно как минимум года 4, только для того, чтобы он некоторые простые виды полетов освоил. А для того, чтобы он освоил весь самолет, надо лет 10. Ну, не самолет, а виды полетов. Здесь очень важно. Не важно, на каком самолете, вид полета, то есть не взлет, посадка, полет по маршруту, а воздушные бои в разных метеоусловиях, работа по земле с разных видов фигур пилотажа. То есть это целый процесс, и он длительный. Налет у летчика должен быть на истребителе, на любом истребителе. Главное, налет. Больше 1000 часов. Вот у меня 1800 на истребителях, и там несколько сотен на вертолетах. То есть такого рода подготовка, она длится годами, до 10 лет. Так вот у нас летчики сразу готовы. То есть
Вот летчики, которые летали, налетали сотни часов, больше тысячи часов первого, второго класса, имеют все допуска. Их надо просто переучить, не научить, а переучить на другой тип самолета. А это занимает, вот если технически есть определенные моменты, связанные с обучением самой техники пилотирования на именно этом самолете, они могут происходить за несколько полетов. Несколько полетов. Я помню, учили курсантов, так 40 полетов, и 18-летний у нас вывозная программа была, первый тренировочный полет, по-моему, 42-й или 43-й. То есть 40 полетов сделал на самолете, и 42-й, 41-й, 42-й полет уже пошел на тренировку. Так это 18 лет нам было, пацанам. И уже тренировочный сам полетел. То есть здесь программа улетного состава, который уже отлетал на любом типе истребителя, у него она сжимается от 40 полетов до 4, там, 5. То есть несколько полетов летчики летят сразу сами уже на новом самолете. Предварительно надо его просто обучить, то есть инженерным, издать инженерные зачеты, то есть технику и инженерное состояние самолета. А вот летное это быстро делается. То есть 3-4 месяца летчики будут переучены, но и исходя из задач, они будут либо многофункциональные, это чуть дольше, может месяцев 6 надо для того, чтобы летчик мог выполнять задачи все, которые может выполнять самолет. Перехватчика, истребителя, штурмовика, бомбардировщика. А если ставить задачу, допустим, обучать эскадрилью на работу по земле, эскадрилью на работу по воздушным целям, то это сократится до 3-4 месяцев. Потому вот и издания и говорят именно об этом сроке. Если исходить из того, что уже работа идет по подготовке к передаче, или если летный состав вот даже с сегодняшнего дня начнет двигаться по этому пути, по переподготовке, то в начале осени мы можем уже увидеть, в конце лета, в начале осени мы можем уже увидеть F-16 несколько эскадрилей с готовыми летчиками уже у нас на линии фронта. Ну і, власне, бачимо алгоритм дій наших союзників такий самий, як і з передачею танків. Так, політичне точно. Рішення, пінг-понг, хто куди, коли, як, і потім передали. Пане Романе, дякую вам за це зведення на календарі 19 травня. В наступному ми поговоримо про таємні навчання наших хлопців та дівчат за кордоном і потужну зброю, яку нам вирішили передати наші союзники. Будь ласка, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і, звісно, коментувати. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.